ходит тут всякий, а потом вещи пропадают. Ограбление поселкового магазина — событие в жизни тайги. Пол магазина уперли. Да врешь! Я тихо, мужики, тихо. И дело чести для местного участкового. Разберемся. А настоящий-то вор на свободе ходит, а над нами посмеивается. Ну так кто ж, по-твоему, крал? Ты? Нет, ловить надо с поличным. Для того, кто живет по закону тайги... Люди не уродилятся на две категории. Который властвует, а который подчиняется. Другой закон не писан. А кто в этом сомневается, он того силой заставляет верить. И прислуга при тебе, и известность широкая. Хозяин тайги. Но почему только земля таких людей носит?